Продолжаю играть за Варшавское герцогство. Так, Загреб в осаде. Пехоты у меня больше вроде. Так, что у нас тут вообще происходит? Ладно, атакуем. Из города еще подкрепление будет. Ну да. Ветераны, линейная пехота. Гарнизонная пехота. Пехота на пехоту. Так. Что если мы с одной стороны пойдем? Так, у меня одна линейная пехота, поэтому вперед. Не тянет, тормозит что-то. А, ну а пехота и все двигаются. Обычно мои солдаты стоят. Вперед. Че оно тормозит? Это так обычно тормозит, когда бастионы разрушаю. Все уменьшил по графике. Thank you.
Ладно, как-нибудь доиграем это сражение. Может, так быстрее будет. Вперед. Стоп, здесь камень. Мои гусары. Вперед. Вперед.
сообщение. Чтоб не вернулись. Не обязательно. Так, хорошо. Где вы там? Отдохните. Наши люди бегут, месье! Так, как его тут? Так. Стоп. Вот так. Быстрей. Вперед. 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 Вперед.
Давайте в атаку на этих ополченцев. Мы долго будем тут стоять, стрелять. Месье, ваша славная победа уже близка. Так, добиваем. Так, хорошо. Niepokonani. Wasza dostojność. Gotowi. Nie dostaną. Unicestwić ich. Przewierim. Deptać ich w błota. Nie dostajot. Dać sygnał do odwrotu. Gotowy na rozkazy. Ładna. Надо было хоть этих послать. Еще? Звичайство есть наше. О, эти получились. Лево, марш! Так, парни. Так, хоть не буду бегать тут, мешать. Кстати, Венгрия. Австрия союзника. Да и мой союзник, ладно. Кстати, отношение какое? Не посмотрел. Плюс 54. Так, 96, 80. Хорошо.
Так, в Венгрии уже хороший порядок. Кстати, а денег маловато. Ладно. Sobie życzysz, panie? Tak, wasza dostojność. Tak, pójdź tam siedzieć. Tak, хорошо. А, денег не хватает. 800 стоит. Думаю, где-то кирасиры. Так. Так, ну что там? Пруссия никак не захватит. Иди сюда. Шукам криювки. Так, но мне тут сзади враг мешает. Ладно, рискую. На Белград пойду. Здесь в случае чего. Так. А ну давай на разведку. Так. Еще несколько ходов у меня есть все-таки. Ладно. Так, Пруссия захватила, хорошо. О, как я вовремя подвел войска сюда. Так, оно автобоем поражение. Не хотят дарить мне победу автобоем. Gotowy na rozkazy. Zwyciężymy.
Так, хорошо. Кирасиры. Ладно, пойдет. Орла, конечно. Орел лишний, там здесь не было орла, но все-таки. Картинка написана польские кирасиры, так я так и сделал. Попоны эти. Ладно, так, а генерал? Ага, орел такой теперь. Польский. Так. Так, растянулись немного. Ой. От этого домика. Здесь перед пушками конится огонь. Сразу пошли. Yardım. Тут пушки есть, интересно, я по пушкам не стреляю. Сломали. Еще сломали пушки. Только так пошли в атаку, хорошо.
Перестраиваемся. Ой. Да что оно? Так, здесь полностью перебил, теперь здесь надо. Уничтожить их. Так, те пусть крутятся. Выстраивается пока.
Ваша славная победа уже близка. Вперед. Нет, не догоняю. Догнал кого-то. Целая охрана только. А, нет, и генерала тоже. Теперь они дрогнут. А, ну тогда все. Где вы там? Догоняете. Продолжаем. А там их сколько? Так. Пехотой. Нечего там делать уже. Все. Забыл, генерал же есть. Ну ладно, давай побыстрее. Все, граница. Odwaga i męstwo zwycięża. Żołnierze, marsz! Потерь немного, поэтому иду сразу на штурм Загреба, Белграда. Штуры в клетке. Это кто? Линейная, легкая. А только вот это. Отпирание облежения. Сколько? 1300 есть прибыли. Хорошо. Вгнесть их до стен. Ничего. Готов на дальше рассказ. Никт нас не покона. Напшут! Вшисцы марш! Ничего. Здесь пока восстанавливаемся. Хотя... Сейчас я гляну. Так. Раз, два,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Давай. Чтоб тут не бегали вообще. Думни и звеченцы. Пане. Ай. Сейчас. Гнесть врага, как робака. Неустрашені і непоконані. Покорний слуга. Порядок. А здесь... А, почти восстановилась. Армія. Так. А ну вперед. Штурмуем. Наполеон. Ха-ха-ха. Швейцарские гренадеры. Да. Этот. Пешие драгуны. А, это из Дартмода, только я мундир дал свой. Мои пешие драгуны — это гарнизон. Дартмода можно и так нанимать. Ну что же, начнем с Наполеоном сражаться. Хорошо, Венеция занята. Тут с юга только по морю могут. Этот. Французы войска прислать. Мне бы Венгрию захватить, тогда бы торговля была лучше. Нет прямой дороги к Варшаве из Вены и других областей. Даже Моравию, там все равно она граничит с Пруссией. Нужна именно Венгрия. Но венгры союзники пока. Так, с Наполеоном будет посложнее сражаться. Так, значит... Так, значит... Гусары. Штаб генеральный на рассказ. Ладно, пусть там гусары тоже будут. Ну что ж, начнем. А, вот. Ха-ха-ха!
мои. Да, или не мои, я уже не помню там по количеству. Интересно. А, жандармы. Только французам я сделал как-то конный гарнизон жандармов. Легче будет уже. Огонь. Ладно, там отобьются. Да, мы все равно толку никакого идет. Пушки были, вот. Все, разворачиваем пехоту. Так, ближе к пушкам. Все.
вперед. Их генерал убит, месье. Так, Наполеон ранен, хорошо. Так, где тут? Вперед, вперед, вперед. 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 Швейцарские гренадеры, а? Преследуем. Вперед. 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 Все. Где тут были? А, вот. Артиллерия есть. Вперед, вперед. Так, хорошо. Оп. Вперед. Так. Артиллерия, все. Швейцарские гренадеры. Швейцарских гренадеров и швейцарской пехоты, там были какие-то 4 полка, то ли батальона. Одного желтое было вот на груди, второго голубое, у третьего синее, четвертого темное такое. Чтобы не путаться с настоящими швейцарскими, так уже пусть сделал, пусть черное будет. Хотя можно и с голубым сделать, просто голубой, похожий мундир есть у Ганноверского легиона. По своим стреляю, блин. Дошли ближе.
они там набивают. Так, подкрепление добьем. Царские гренадеры отступают, хорошо. На всякий случай, а вы давай вниз. Вперед. Вперед. Есть мои. Тогда все. Давай. Поможем здесь. Месье, эти бойцы слишком устали. Им необходимо передохнуть. Изолеры просто. Продолжим немного. Ну ладно, хватит. Мюнхен захвачен. Священство есть наше! Купируем распорядок хороший. Прибыль хоть будет. Так, здесь у них пока наймут. Так, здесь порядок. Ага. Нет прямой дороги к Варшаве.
Надо подумать, или Грецию, или Валахию захватывать. Сейчас посмотрим с Россией. Минус 68. Надо бы порт получить. Еще один.